Я не люблю десерты из разряда «Если у вас есть стакан молока и 5 минут свободного времени, то вы сделаете самый вкусный десерт в вашей жизни». Не знаю, как вам, но на своей практике, конечно же, я делала такие десерты из разряда «Когда хочется чего-то сладкого, но дома ничего нет, и есть стакан молока». Не получаются они настолько вкусными, как об этом заявляют. Может быть, у меня уже кондитерская деформация, но для меня вкусный десерт – это когда он сложный. В хорошем понимании сложный, то есть хотя бы есть бисквит или крем. Поэтому, если мне хочется чего-то сладкого, я лучше испеку бисквит. На вкус и цвет, но для меня бисквит будет вкуснее, чем молочное суфле. А вообще, смотрите, какая у меня классная новая подставка для трайклов, которую я сделала сама.